Отпустите уже этого молодого пацана. Ему 19 лет, вы его поймали и пишите и пишите. Да подождите еще. Это самое. Знаете, можно поехать, сесть там, 2 года посидеть и пропасть. Как швед где был? В Испании? Наиграл много он там? Я читал, и миллион заплатили, и то, ну суперзвезда. Сейчас в Карпатах еле выживает. Ну отпустите, не ломайте судьбу этим молодым ребятам. Я ему говорил еще раз, мое ему предложение, вообще никому не говорить, ничего не давать, ни интервью, ничего. Что ему, что папин. Тогда, может быть, он чего-то добьется. Чем больше внимания, тем хуже для него. Это мое мнение. Они молодые ребята, 19 лет, но психика еще не здоровая. Что вы их... У вас же тоже есть в Киеве Шапаренко. Ну что-то я не читаю ничего про Шапаренко. Что это самое. Потому парень играет себе спокойно, один из лучших. Забивает тихонько цыганков. Тихо, мирно, правильно делает. Меньше интервью, больше пользы на поле. И показывает все это, доказывает своим делом. А когда вот это идет катавасия зимы, какого там клуба только нету. Я уже, мне страшно это самое.